Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и это обзор по основным валютным парам на сегодня, 15 декабря. И сейчас мы смотрим пару евро-доллар. Значит, что у нас происходит? Пара евро-доллар, вот посмотрите. Мы находимся... Вот разворотная линия дня, а чуть выше вот недельная разворотная линия. Цель 28, здесь сколько получается? 28.90, 91. Мы ее полностью не отработали. Возможно, мы еще двинемся вниз, отработаем, а отсюда произойдет такой откат в последующие вот два дня сегодня и, возможно, завтра назад к линии вот. К разворотной линии месяца. Ну, а это вот у нас получилась граница месяца. Возможная вот граница. Видите, ее отработали практически 4 дня. Вот пробой. Вернулись тестировать верхнюю вот границу, верхний уровень. И пошли дальше вниз. Пришли вот к нижней границе. Ну, а сейчас, я говорю, возможно, вот эта разворотная линия дня пробьется ниже, закрепится, значит, пойдет отрабатывать 28.90. Нет, пробой и закрепление вот выше 1.3, ну, может, там чуть-чуть, вот потому что это разворотная линия недели, 3.20, вот если закрепление здесь, вот вернется сначала, может быть, тестировать, потому что это еще одна линия, вот это годовая линия. Кстати, я просто поменяла цвет немножко, они были темнее, практически совпадают с вот этим цветом, ее плохо видно. Вот где-то 31.48, там, ну, 31.48.50, вот так вот. Возможно, сюда сначала откат тестировать, и от этого зависит, будем мы двигаться дальше или нет. Закрепиться ниже 31.48. Пойдем, значит, еще раз вниз, вот сюда, на 28.90. Пробьется выше, закрепится, значит, будем двигаться вот сюда, на 32.70. Тестировать еще разворотную линию месяца. Ну, а от нее, опять-таки, пробой, закрепление вот выше сюда, на 33.50, 40, вот так вот. Вот такие ожидания по паре евро-доллар. Вот. Следующая у нас пара фунт-доллар. Что происходит у нас с парой фунт-доллар? Ну, вот видите, опять-таки разворотная линия недели. Ключевой уровень вот 54.68, ну, 70, ну, возможно, вот, потому что это разворотная линия недели, она, видите, наклон, под наклоном идет 54.46, ну, в зависимости, как будет двигаться внутри дня. Здесь, опять-таки, у нас находится вот линия годовая, как видите, мы ее отработали. Вот, еще одна линия, вот их получается два слегка восходящих канала. А так вот мы работали, отрабатывали вот границу месячного канала, который я еще на месяц давала, рисовала, скажем так, закрашивала в начале месяца и говорила. Вот, и закрепление вот ниже приведет еще раз к тестированию вот этой линии 54.15. Пробои и закрепление, значит, будем двигаться вниз к тестированию вот 53.20. Вот приблизительно такие ожидания по фунту. Если же пробои и закрепление выше 54.68, значит, вернется тестировать опять-таки разворотную линию месяца. Ну вот приблизительно такие ожидания у нас по паре фунт-доллар. Теперь мы смотрим пару доллар-франк. Ну, разворотная линия дня. Здесь еще вот возможно движение в этом промежутке. Здесь разворотная линия недельная. Очень возможен сюда вот откат. Или даже сюда. Потом движение вверх. Вот все-таки цель. 95, сколько там, 85, 90, вот где-то вот здесь вот цель. Ну, а что произойдет, уже посмотрим. Закрепление вот выше, выше вот этого уровня,
что у нас получается 95-40, где-то вот закрепление выше, значит, будем двигаться на 95-85. Если же нет, закрепиться вот сейчас ниже, значит, возможен откат вот сюда на 95-94-80, даже, возможно, 94-75-70, то есть еще протестирует разворотную линию недели. Возможно, если вот закрепиться ниже 95, вот возможно и сюда даже ниже, на 68-70. И вот если же нет, закрепиться выше, значит, пойдем тестировать 95-85, может чуть выше, может там чуть ниже. Вот такие, в принципе, ожидания по паре доллар-франк. Ну и напоследок, любимица моя, доллар-иена. Значит, вы видите, уже вчера тестировала вот этот уровень. И сегодня ключевой 78.11. Вот приблизительно 78.11. Вот пробой означает, что все-таки пойдем тестировать годовую линию. Ну, 78.24, 28, вот где-то в этом промежутке. Ну, вот такой вот приблизительно получается диапазон на сегодня. 77.90, 78.28. Вот так вот, видите, в последнее время иена не очень волатильна. Поэтому, ну, все возможно, конечно. Но если вернется тестировать вот линию недели, разворотную, пробой и закрепление ниже означает, что будем еще раз возвращаться, тестировать разворотную линию месяца 77, 68, 65, вот где-то вот так вот. Вот такие вот ожидания. Вот у нас здесь разворотная линия дня 78.02. Вот. Вот в этом промежутке. Но пока что у меня такое подозрение, что все-таки случится пробой и придем сюда, потому что вот эта цель, это годовая линия. Извините, в горле запершило. Вот. Вот приблизительно такие ожидания на сегодня, дорогие друзья. С вами была я, Анастасия Час, и до скорых встреч, до скорого обзора. Пока-пока.